Чтобы попасть к специалистам из научно-исследовательского детского ортопедического института имени Турнера, родители с малышами готовы сидеть в очереди целый день. О том, что врачи из Санкт-Петербурга будут вести прием в Черкесске, Люда Ламкова узнала в социальных сетях. Ее трехлетний малыш жалуется на боль в ножках с тех пор, как начал ходить. Поэтому возможностью проконсультироваться у высококвалифицированных специалистов она решила воспользоваться незамедлительно. У нас как бы проблемы с ножками, мы часто обследуемся у ортопедов, а тут такая возможность появилась, хорошим специалистам попасть из Питера. Решили прийти, вот, правда, целый день в очереди провели, но это того стоит. Это того стоит, чтобы услышать, что твой ребенок здоров. Врачи научно-исследовательского института приезжают в Карачаево-Черкесию уже не первый год. Во время прошлого консультационного приема они осмотрели около 400 детей, из которых отобрали 40 пациентов на лечение по квоте. Многие дети были уже этапно оперированы у нас в институте. Некоторые получали лечение по месту жительства. В принципе, уровень здравоохранения в республике он на хорошем уровне. И какие-то нюансы, которые просто технически не могут оказывать доктора здесь, для этого и существует федеральное учреждение такого масштаба, как наш институт, который это все делает. Некоторые вмешательства и не должны выполняться по месту жительства и лечиться в федеральных клиниках в Москве и Санкт-Петербурге. В этот раз ведущие ортопеды страны осмотрели более 300 маленьких пациентов, 37 из которых получили направление на лечение в Санкт-Петербурге. Сегодня врачи приехали из Питера. Спасибо им тоже большое. Проверяли, все нормально сказали, благополучно сказали, оперировали в Саратове. Дай Аллах всем здоровья, кто моей девочке помог. Спасибо им. В детстве, как утверждают сами специалисты, многие нарушения опорно-двигательного аппарата достаточно легко поддаются коррекции. Поэтому, как только родители заметили у своего ребенка заболевание такого характера, необходимо незамедлительно пройти обследование и тщательно выполнять рекомендации врачей. В большинстве случаев этого достаточно, чтобы избавиться от недуга. Анета Дышекова, Радомир Князев, Архыз 24.